По ее словам, ситуация с обеспечением больниц кислородом на Южном Урале непростая, как и по всей стране. Впрочем, перебоев с поставками пока нет. Жизненно необходимый газ распределяет по стране Минпромторг. Максимальные объемы направляют в медучреждения, при этом ограничивают промышленные предприятия. Что же касается цены на кислород, у перекупщиков газ дороже, то на него не смотрят. Главное — обеспечить ресурсом стационары. Между тем, на фоне роста кислородозависимых пациентов есть и исключения. Привитым такая поддержка не нужна, даже при значительном проценте поражения легких. В ковидных реанимациях на сегодняшний день нет ни одного вакцинированного пациента.